Всем привет, ребят! Ну чё, пока я ролю вам коллекционера, решил вам записать такой вот коротенький видосик. Ожидается новый босс, и нам показывают смотрители то, о чем я вам говорил, что не зря у нас начали на английском и на китайке очень усиленно продавать камни, особенно на английском сервере. Я думаю, будет еще какое-то усиление смотрителей. Интересно, какой это будет босс. Там, не знаю, видно, не видно. Видно, босс не Бо с Бравл Старс, а босс именно в битве замков. Посмотрим, что же все-таки это будет. Надеюсь, это будет очередная какая-то веселая развлекуха. Не скучная такая, как, например, Пустынные Руины. Да, они для бездоната топовые, но реально там немножко скучновато. Хотелось бы какого-то трешечка гильдейского, например, там, либо что-то такое. Ну, посмотрим, какой это босс. Или это может будет архидемон, возможно, который будет, или разные три архидемона, которые будут уязвимы против определенных смотрителей. И опять же, это повлечет за собой перекачку, кучу талантов, кучу всего для того, чтобы там быть хотя бы в топе приблизительно, либо тащить что-то, ну, не знаю, посмотрим. В общем, как обычно, они все скрывают до последнего момента, думаю, где-то в четверг-пятницу уже будет обновление на китайке, скорее всего, они его загрузили, но что-то пошло не так, как всегда, и у нас его перенесли в любом случае, и это интересно, что-то новое ввели. Надеюсь, этот босс, это не новый герой, против которого надо будут все смотрители. Посмотрим, то есть очень интересно, надеюсь, это будет именно то, чего все ожидают, и что-то хотя бы изменится, хотя у нас и так меняется все всегда, но не в ту сторону. В общем, такие вот новости, я побежал дальше ролить в коллекционера. Вы пишите, что вы думаете по поводу этого в комментах. Как обычно, лайк, репостик, ждите видосиков. Всем удачи, всем пока.